Здравствуйте, братья и сестры, дорогие товарищи, участники съезда. Я всегда желаю только одного, чтобы мы победили. Мы ответственные граждане своей страны, отцы, матери. Мы хотим хорошего будущего, настоящего, великого будущего для нашей страны и для наших детей. И чтобы у нас никогда не дошло до войны. Хотя то, что сейчас происходит, это, в общем, напоминает такую войну. Слава Богу, она не горячая. Но предстоит еще очень много, вы сами понимаете, сражений идеологических и так далее. Мы не уйдем. Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой. Ну а что гадать, мы-то еще здесь. Сколько ж нас, ребята, да уж сколько есть всегда. Yeah.